2019 году в Крыму зафиксировано значительное снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, уменьшились и факты краж из квартир и автомобилей, а также грабежей, разбойных нападений, убийств и случаев причинения тяжких телесных повреждений. Уменьшилось количество убийств, фактов тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из квартир, краж транспортных средств, мошенничеств, в том числе дистанционных и умышленных поджогов. Одним из приоритетов в прошлом году стала охрана правопорядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью. Полицейские проводили различные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений. Большое внимание уделялось борьбе с экономической преступностью, а также противодействию коррупции. Отмечаются позитивные изменения в раскрытии преступлений и обеспечении неотвратимости наказания виновных лиц за содеянное, что является главной задачей полиции. По сравнению с 2018 годом повысилась эффективность работы в целом по раскрытию преступлений и составила 55,4%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. Крымские правоохранители продолжают бороться с мошенниками, работающими по телефону или через интернет. Сотрудники МВД развернули большую пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение населению принципов безопасного поведения и защиты от мошенников. Добросовестно выполнены задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов в Госсовет Республики Крым и представительные органы муниципальной власти. Летом правопорядок в курортных регионах обеспечивается личным составом МВД по республике, которому оказывали помощь сотрудники полиции из других субъектов Российской Федерации. Согласно опросам общественного мнения, сейчас крымчане стали больше доверять полиции. А по статистическим показателям правоохранительные органы Крыма на первых местах среди различных регионов России. Хочу сказать, что это очень важный показатель. Он уже много лет у нас идет на снижение. Мы отметку берем с украинских времен. И это придало Крыму совершенно новое качество. Может быть, оно не выражается в таких экономических цифрах, которыми люди привыкли оперировать, но вот это ощущение безопасности, ощущение уверенности в завтрашнем дне – это, как говорят в народе, очень дорогого стоит. В конце мероприятия многим сотрудникам органов внутренних дел за успешную и плодотворную работу вручили награды и благодарственные письма. Яна Ютринюк, служба новостей ИТВ.